Привет, Барри, привет. Да херню очередную какую-то водят, у тебя более чем уверен. Нормального там ничего не будет. Вперед, не останавливайся! Чего, про танк что ли? Да нахер он мне нужен? Че ты думаешь, я буду его выкачивать, что ли, себе? Нет, нахер он мне нужен. Заморачиваться еще. В бою узнаю, что это за танк, что он из себя будет представлять. Я просто более чем уверен, что опять какую-то шляпу водят. Вот и все. Очередную. Что с колесниками было, что с вот этими новыми ЛТ. Ну ЛТ как-то новое, они еще это так себе. Просто это же маленький, а двухствольный танк, я думаю, что шляпа будет очередная. Мне что, неинтересное водили. А то нашли, что вести танк. Ну эти ЛТшки-то, которые маленькие. Не пробили! Нарезающий ранен, я за него! Не пробили! Не пробили! Где же есть тест-сервер? Нахер тебе опять скачивать? Ты имеешь в виду обнову для тестера? В смысле, не всегда тест. Тест-сервер — это постоянный сервак, тестовый. А вот то, сколько там обнова идет, я без понятия. Удаляют? Охренеть, я не знаю. Я думал, он постоянный. Пробита. Готов. Ну, тогда вообще я не вижу смысла его качать, просто этот тест-сервак. Не, ну как я его качал, когда ты мне говорил, но я думал, он на постоянку остается, а его потом опять надо скачать. Да ну это вообще бред. Че, ну и оставьте вот тестовый сервак на постоянку. Я не знаю, ну. Ну так сервер-то оставьте на постоянку. Пускай будет. Я. Чё ты думаешь,
все танки за раз, что ли, пересмотришь? Нет, конечно. Враг уничтожен, ищите новую цель. Готов, чувак! Завалил его! Тут и до воина недалеко. Еще бы одного хлопнуть. Например, курицу. Цель уничтожена. Вот и воин. Прицел отремонтирован. Вражеская машина уничтожена. Попадание в гусеницу. Уничтожен. Ты видел? Я уже восьмерых заколбасил. Восьмерых Вася убил, ты прикинь, в бою. Надо еще кого-нибудь нагнуть. Где-то ТВПшка была. А, вон и ТВПшка. Я понял. Не, ну его это не заколбашу. Все, ответили! Да. Но все равно бой хорош. 8 фрагов. Почему 0? 1800 урона. Зато у меня воин. 3 ПТ я уничтожил. Арты точнее. И вот эта вот херня. Медаль Редли. 8-9. Вообще отлично. Нормальное начало боя.